Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Бодрого утра вам желаю! И с правой ноги встать обязательно. Ну, на самом деле, конечно, не имеет значения, с левой или с правой ноги вы встаете. Я, например, всегда с левой, потому что с левой стороны кровати сплю. Но это не мешает иметь хорошее настроение весь день, если позаботиться об этом с самого утра. Ведь бывает, что не в духе просыпаешься, правда? Вот, кстати, напишите в комментариях, как вы себе поднимаете настроение с утра, если что-то не ладится. А по мне, так это самое лучшее все-таки вытащить себя на улицу. Ну, даже если вы не делаете по утрам зарядку на улице, постарайтесь хотя бы чуть-чуть пораньше выйти на работу, если вы ходите на работу, и 2-3 остановки пройтись пешком, и лучше не торопясь в данном случае. Пусть это будет не зарядка, а именно вдохновение. Посмотрите, как просыпается город, и вам будет очень классно. Ну и, конечно, в течение рабочего дня вспоминайте про сегодняшнюю стройную фишечку дня. Вот она у меня в руках. Сыр! Помните, как герой мультфильма «Чип и Дейл» спешат на помощь? Крыса, по-моему, он всегда, как только унюхает где-нибудь, сразу «Сыр!». А вот я себя считаю коллегой этого героя, потому что тоже обожаю сыр. И я считаю это одним из лучших способов усмирения аппетита и тяги к сладкому. А когда кто-то говорит, что «Ой, я не могу есть сыр, мне нужно худеть», ну, милые мои, беда не в сыре, а беда в том, как вы его едите. А если сыр положить на белый хлеб и намазанный маслом, извините меня, то это бомба. А вот если маленький кусочек сыра там с фруктом или просто сыр, вот примерно в таких количествах, ну, может быть, не одна такая пластинка, а 2-3 с чаем, это совсем другое дело. И аппетит усмиряет, и тягу к сладкому уменьшает. Поэтому обязательно используйте эту стройную фишечку дня. И, плиз, пожалуйста, освежите мне память. Кто помнит, как зовут этого героя из Чип и Дейла, напишите, пожалуйста. Буду превесьма благодарна. А теперь мое обычное напутствие. Не сидите на диетах, будьте бодры, веселы, обязательно ставьте лайк, если я вам хоть чуть-чуть подняла сегодня настроение, и отправляйтесь завоевывать мир. Пока!